Так, ну вот и приехали. Ну что, малыш, понравился цирк? Да. Ну чего ты? Скажи спасибо. Дядя Юра тебе вон какого мишку подарил. Спасибо. Умница. Не за что. Пока. А вы Машке понравились. Раз, два, три, раз, два, три, четыре. Цветок совсем завял? Ничего страшного. Я его поставлю в воду, и он придет в себя. Вы знаете, какое-то странное чувство. Как будто я вас очень давно знала, и мы хорошо знакомы. А еще это, конечно, невозможно, но… Вообще, какое-то ощущение, как будто вы всегда рядом. Даже когда я вас не вижу. А можно вопрос? Вы женаты? Был когда-то. Неудачный опыт. Вот. Ну и раз я посвящаю тебя в интимные подробности моей жизни, может, все-таки перейдем на «ты»? А то я тыкаю, ты мне все. Вы? Неудобно как-то себя чувствую. Хорошо. На «ты»? На «ты». Договорились. Вы, может быть, хотите… В смысле, хочешь чаю, кофе? Спасибо, я с радостью бы зашел. Но у меня еще работа. Ладно. Всего доброго. Таня! Ты очень красивая. Пока. Да. Здравствуй, Регина. Слушаю вас, Юрий Владимирович. Очень хорошо. Голубеву держи при себе. Ни под кого ее не подкладывай. У меня на нее свои планы. Мне нужно, чтобы она поддерживала контакт с Гюнтером. А лучше бы его укрепить. И ты тоже со своей стороны. Подумай. Посодействуй. Я все сделаю в лучшем виде. Что за козел так рано звонит? А если Гюнтер затащит ее в постель? Пусть сначала потянет. А там решим. Ты мне расскажи, а сын знает про замужество? Сыну моему 10. Через 8 лет у него призыв. А у нас война в Афгане. И никому неизвестно, когда она закончится. Ты ребенка от армии спасаю. Ну да, ты молодец. Ну, как-то вовремя спохватилась. Вообще, ты знаешь, я тебе желаю с твоим Марио, чтобы ты была счастлива. Я буду. Обязательно буду. Но ты тоже свою найдешь. Да. Или уже нашла? Ну, рассказывай, рассказывай, уже рассказывай. Ну что? Зовут Юра. Умный, проницательный. Подожди, ты влюбилась? Угу. Похоже, в первый раз по-настоящему. Так это ж счастье, Танюш, это ж… Я уже и забыла, когда у меня это было-то в последний раз. Подожди, а он? Ну вот, я не знаю. Может быть, я просто не привыкла. Я не знаю. Может, они так и выглядят, настоящие мужчины.
Он уже очень во многом мне помог. Но ничего не требует взамен. Вот ничего, и знаешь, как будто на расстоянии меня держит даже. Может, он чувствует, что я... Чё? Ну... Тань, ты как дурой была, так дурой осталась, ей-богу. Они все мужчины одинаковые. Они ничего не чувствуют и ничего не понимают. Да ладно. Ну что, ладно, ладно. То, что он к тебе не пристает, так это вообще хорошо. Ну, может, у него серьезные намерения. Да. Да. Лариса Алексеевна! Здрасте. Ой! Здрасте. Здравствуйте. Вот решила вас навестить. Ну, как ваше самочувствие? Как вы себя чувствуете? Ту-ту-ту. Гораздо лучше. Если дальше так пойдет, я скоро работу потеряю. Ну, Ниночка. Это все благодаря Таниному лекарству, которое она достала. Бессонница меня мучит. Совсем не сплю ночами. От бессонницы, кстати, есть очень хорошее средство. Веронал называется. Вот, моя мама спит от него как убитая. Только его без рецепта не продают. Веронал? Мне доктор именно Веронал и прописал. Просто у нас в санаторной аптеке его нет. Но Таня завтра приедет, и я ее попрошу. Может быть, присядем? Это вам. Вот. Спасибо. Рассказывай. Ведь не о здоровье моем справиться в такую-то даль приехала. Мы с Кириллом поссорились. Ну, я сочувствую, конечно, Свет. Но, насколько я знаю, ты же увела жениха у моей дочери, так ведь? Что же я могу сделать? Чем помочь? Да, вы правы, я все неправильно, наверное, сделала. Но у меня ближе Тани нет никого. Она мне почти как сестра. Я же не виновата, что они расстались с Кириллом. Я его сразу полюбила. А он до сих пор Таню любит. Мы поссорились, Кирилл ушел. Лариса Алексеевна, поговорите, пожалуйста, с Таней. О чем? Я вообще-то не очень понимаю. Ну, она же его не любит, поэтому отпустила. Пусть она скажет ему об этом. Может быть, он тогда вернется ко мне. Миленькая моя, ну ты успокойся, не переживай так. Я попробую, но мне кажется, что тебе лучше об этом поговорить с Таней. Да, но мы сейчас с Таней не видимся. В университете она теперь не бывает. Почему? Ну, после того, как ее отчислили, она в университет не ходит и с нами не общается. Как отчислили? Почему? Она сессию не сдала и лекции пропускала. А вы разве не знали об этом? О, простите, я, наверное, не то говорю. Нет, почему, почему? Я знала. Почему не знала? Мне... у Тани от меня секретов нет. Холодно как-то, да? Угу. Нин, отвези меня в номер. До свидания, Свет. До свидания. До свидания. Лариса Алексеевна, Лариса Алексеевна, подождите. Давайте я достану лекарства. Здесь есть очень хорошая аптека. Подождите. Дайте мне рецепт, я достану. Не надо. Там есть успокоительное действие. Вам сейчас необходимо, вы совсем бледная. Очень скоро я буду пить кьянти на берегу моря и смотреть на закат. Ой, господи, боже мой.
Давай водки выпьем. Поздравляю! Пардон, простите. Боже, простите, я опоздал. Но лучше поздно, чем никогда, как говорят в России. Боже. А где Марио? Где наш счастливый жених? Юнтер занят. Давай потанцуем. Подержи, пожалуйста. Извини. Юнтер, я прошу. Последний холостяцкий танец. Пойдем. Да ты не волнуйся, я просто так подошла. Отдыхай, расслабляйся, занимайся своими делами. А когда будет работа, я дам тебе знать. Вы же знакомы с Гюнтером, да? Нормальный парень, хоть и не вчера. У вас много общего. Немецкий язык, любовь к рок-музыке. Есть о чем поговорить. Не буду вас отвлекать. Ты, кстати, сегодня очень красивая. Я достаточно умоляю, прошу тебя. Потом, позже, отдыхаю. Спасибо, рад тебя видеть. А тебе разве никогда не хотелось уехать куда-нибудь далеко? Кто меня там ждет? А здесь? Здесь что тебя ждет? Неужели не хочется посмотреть мир? Нет, честно, это реально сделано. Правда, достаточно выйти за меня. Замуж. Хорошо. Фиктивно договорились. Ну, вы знаете, мне кажется, что я в том возрасте, когда я еще могу выйти замуж по любви. Эх, какие вы все-таки русские идеалисты, романтики. Это редкость в наше время. Ладно, может быть, вы хотим и сильны за вас. Может быть. Вы знаете, мне кажется, что наши силы не в этом. Я вот, например, очень на санках люблю кататься. Да ты патриот. Хочу выпить за тебя. Знаешь, когда человек любит свою страну, он способен на глубокие чувства. Так, Лариса Алексеевна, поднимаем правую ногу. Поднимаем. Так. Смелее. Напрягаемся. Только через преодоление. Трудимся, не жалей себя. Не могу. Молодец, не могу. Молодец. Не мучьте вы уже ее. А то сам леет от слабости. Это невероятно. Угу. Но ноги-то двигаются, коллега. Продолжаем прежний курс лечения. Может быть, более активно вводим массаж. Я уверен. Аркадий Юрьевич, вы здесь? Да. Здравствуйте. Ну, что скажете? Ну что ж, свет в конце тоннеля есть, и он уже виден. Спасибо огромное. Да ну что, я только немножко помог. Основная заслуга – это ваша и вашей мамы. Но мы все должны понимать, что на восстановление уйдет время. Очень много времени. Да, конечно. Ну, мне пора. Выздоравливайте, Таня, вы сегодня очень хорошо выглядите. Лучше, чем в прошлый раз. Так держать. Спасибо. Спасибо, до свидания. Я пробую. Мамочка. Ну, мам, ну что случилось? Мам, ты что, не слышала, что Аркадий Юрьевич сказал? Ну, что случилось? Света приходила. Ну и что? Ничего. Просто она сказала, что тебя отчислили из университета. Так? Ну что ж, я давно подозревала, что ты мне все врешь. Откуда у тебя такие деньги? В доме модели столько не заработаешь. Мамочка, ну что ты такое говоришь? Ну вот ты сама подумай. Если бы не дом моделей, откуда бы я взяла такие деньги? Ну? А что касается университета, ты что, конспекты же мои видела? В конце концов, кого ты слушаешь, кому ты веришь? Нет, ну Света сказала… И что Света сказала? Света сказала. Света что, врать не может? Кирилл ее бросил, она теперь мучается от ревности и наговаривает на меня. Мамулечка, мам, ну вот если бы тебе Светка сказала, что я шпионка, например, ну ты что, тоже бы поверила, мам? Ну не слушай ты никакие сплетни, мам. Не знаю, что такое на меня нашло, правда. Вот именно. Господи, ведь знаю же эту Светку. Ну, значит так, мы сейчас перекусим и пойдем гулять. Погода сегодня дивная. А в 2 часа по телевизору будут транслировать гимнастику, да. Показывать выступления. Мы сядем и будем смотреть и болеть за наших. Да? Кстати, я ведь привезла веронал. По блату достала. Откуда?
Да Света вчера тут тоже по блату купила. Мамочка, я так рада, что Аркадий Юрьевич тобой доволен. Мы же совсем справимся вместе, да? Да, подвези меня туда поближе. Конечно. Красиво здесь, да? Угу. А я все равно больше море люблю. Гурзуф. Мы с твоим папой любили там бывать. Да. Каждое лето ездили. А я помню, как мы с папой на пляже камушки цветные собирали. Куриного бога искали, да? А еще даже сердолики попадались. Да. Как мне его не хватает. Мамочка, а плохое скоро закончится, слышишь? Да. Ну только не плачь, мам. Да. Ты вот выздоровеешь, и мы с тобой, и с Машенькой обязательно поедем в Крым, да? Да. Да. Мамуль. Господи. Господи, слава тебе, Господи. Кажется, правда все налаживается. Давай съездим в церковь, ну где тебя крестили. Давай. Что-то зябко стало. Давай съездим в корпус за пледом. Конечно. Сейчас я принесу. Конечно. Славуль, так у этой дамы гулящая дочь. Тихо, тихо. Как же можно их сюда пускать? Бабушка. Это же приличные люди. Молодой человек. Молодой человек, я к вам сейчас обращаюсь. Подойдите ко мне. Я вас слушаю. Я, наверное, плохо расслышала. Ваша бабушка говорила моей дочери. Вы что, знакомы? Ну, это сложно назвать знакомством. Ну, так видел пару раз. На подиуме. В доме моды, пока она тут не ушла. Ушла? Ушла или турнул лет. Я уже не знаю, так что извините. Куда ты меня ведешь? Бабуль. Там совсем в другую сторону. Вот держи, мамочка. Не надо, подожди. Мам, что случилось? Таня. Я устала, наверное. Отвези меня. Я не буду обедать. Лягу спать, давление скачет. Наверное, к перемене погоды. Кирилл, останься, пожалуйста. Ну, прекрати. Кирилл! Ну, не могу я. Ничего у нас с тобой не получится. А давай мы попробуем еще раз. Я тебя не люблю. Ладно, мама, я поеду, а ты отдыхай. Ну ты чего? Что, мне не ехать теперь, что ли? Нет, поезжай, конечно, поезжай. Иди.
Поехали, Нина. Пожалуйста, автобус. Здесь нет остановки, девушка. Я вас очень прошу, пожалуйста, остановите. Мне очень нужно. Ой, напугала меня. Сегодня кино показывают. Хотите посмотреть? Да, хочу. Ты узнай только, какой фильм. Если скучно, я не пойду. Угу. Алло. Алло, Свет. Света. Здрасте, Лариса Алексеевна. Здравствуйте. Извините, что побеспокоила вас, Светочка. Я хотела задать вам два вопроса. Только два вопроса. Пожалуйста, отвечайте мне честно, не врите. Таня. Когда ее отчислили из университета? Она ушла из дома моделей? Да, да, я вам уже говорила. Откуда тогда деньги? А то вы не понимаете, каким способом может молодая девушка заработать такие деньги. Только не надо притворяться, что вы не догадываетесь. И оставьте меня с вашей Таней в покое. Разузнал все про кино. Показывают новый фильм с Баталовым. Название забыла. Короче, премьера этого года. Собирайтесь, а то все места хорошие займут. Иди одна. Я побуду здесь, почитаю, ладно? Мне одной хочется побыть, понимаешь? Хорошая моя Ниночка, спасибо тебе. За участие твое, за доброту твою, спасибо тебе. Что это вы будто прощаетесь, а? Нет, 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 ты что? Слезы потекли. Нет, просто хочу тебе сказать слова благодарности. Понимаешь, да? Это же никогда не поздно, да? Я сейчас тоже расплачусь. Не надо. Иди. Иди. Thank you.
Эй, откройте! Стой! Куда побежала? Посещения запрещены! Я что, бегать за тобой буду? Тише, тише, мамочка, откройте. Тише, Митя. Видимо, мама. Лариса Алексеевна легла спать, а Нина ушла в кинозал. Она должна была уже проснуться. Она не может меня не услышать. Тихо. Мамочка. Так, послушайте, вы можете открыть двери? Пожалуйста. Заперты изнутри. Сделайте что-нибудь. Я не знаю, позовите кого-нибудь. Господи, ну скорее, скорее. Так, послушайте, ломайте дверь. Ломайте. Ломайте. Мама. Мама. Мамочка. Мам, позовите скорее врача. Сейчас. Мам. Мамочка. Давай скорее. Мама. Доктора. А что случилось? Мама. Что? Мамочка. Мама. Мама. Мама! Мамочка! Я сожалею. Ваша мама умерла. Хотели этого больше всего на свете. Твоя мама. Должна с ним поговорить. Он сделает, что все будет хорошо. Да. Таня, я уже знаю. Я приеду. Не нужно.
Да. Разрешите, товарищ генерал? Проходи. Срок пребывания Гюнтера Клейстнера в СССР подходит к концу. Думаю, он должен активизироваться. Доложите о план действий. Да, Гюнтер действительно интересуется последними разработками Института Быковского в области химии и бактериологии. Но, увы, похоже, что и Быковский размышляет о возможном сотрудничестве с Западом. Если он пойдет на такое сотрудничество… Можешь не объяснять. Ты же понимаешь, мы не можем этого допустить ни при каких раскладах. Согласен. Садись. Также не исключено, что Гюнтер готовит операцию по передаче материалов. Мы ведем круглосуточное наблюдение за всеми участниками возможной операции, держим все под контролем. Но пока, к сожалению, не знаем, где и когда может произойти передача материалов. А Голубева? Вы подводили ее к Гюнтеру? Да, насколько это было возможно. Но сейчас обстоятельства несколько изменились. Голубева не готова. В смысле? У нее недавно погиб отец, и теперь умерла мать. Сейчас Татьяна психически нестабильна. Вы знаете, что таких людей не рекомендуется привлекать, она может сорвать операцию. А у нас есть выбор? Нет, Голубева единственная, кого Гюнтер к себе подпустил. Значит, работает с Голубевой. Может быть, тебе даже придется раскрыться перед ней, обозначить, что она тоже участвует в важной государственной операции. Она ведь неравнодушна к тебе. Значит, используй это. Пойдем, Танюш, пойдем. Все разошлись уже, пойдем. Спалю на плоти. Ниночка, а тогда можете у нас, наверное, пожить, пока работу не найдете. Спасибо, Таня, дай бог тебе здоровья. А что вы тут? А почему так много народу? Что случилось? Ты что? Высоцкий умер. Хоронили сегодня. Как умер? Бедная моя, ты мне все это время как во сне. Танюш, я болею из совка. Через неделю. Ну, давай, что ли, это… Ну, простимся. Может, никогда больше не увидимся. Ну, все. Спасибо, Сонька. Все. Все, не реви, слышь меня? Крошка. Ты совсем справишься. Слышь меня? Все. Это тебе. Все. Пожалуйста, громко не пойте. Таня! Танечка, мы пойдем домой. Да, отведите, пожалуйста, Машу, я скоро приду. Таня, мне Софи все рассказала. Ничего, сразу не подошел. Я едва знал твою маму. Пойдем с ребятами посидим. Нет, спасибо. Тогда здесь меня подожди. Держи. Помянем Ларису… Алексей. Она сама себя. Я знаю. Царствие небесное, земля пухом. Про самоубийц так не говорят. Прости, я еврей, в православной тонкости не посвящен. Да я сама ничего не знаю. Я только знаю, что я ее убила, понимаешь? Я спасти ее хотела, а убила. А ведь она добровольно ушла. Она меня освободить хотела. Ты же понимаешь, о чем? Я понимаю, но ты не казни себя. В конце концов, это ее выбор. Сейчас пока еще звучит его гитара.
А я уезжаю. Ну, ведите себя поприлично, пожалуйста. Нас настигнет Божья кара. Ты же не хотел. Ладно, все, все, все в порядке. Все. Командир, все вы нормально. Передумал. Поеду с родителями. Они хотят в Израиль, а я в Америку. Что тебе прислать из Америки? Как всегда. Битлз, джинс, жвачку. Прости, я понимаю, это сейчас совсем не кстати, но, может быть, теперь мы вернемся к моему предложению, и, может быть, мы… Нет, Петь, мы же с тобой уже все обсудили. Не надо, прости. Ладно, мне пора. Можно я тебе позвоню из Америки? Да, конечно, звони. Я провожу? Нет, не нужно. Мне лучше одной. По душе зря ли я столько сил разбазарил? Соглашается хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашается хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Таня! Здравствуй. Спасибо тебе. Спасибо за то, что опять все взял в свои руки. Только я не могу больше принимать твою помощь. Ты ничего не просишь взамен, я не верю. Не верю в бескорыстность. Не хочу я принимать этот бесплатный сыр. Он, как известно, только в мышеловке. Ты прости. Я о чем не могу говорить. Я очень устала. Да, да. Проводить? Нет. Я всегда мечтала свалить из совка. А вот сейчас стою здесь и не могу, страшно. А вдруг он меня бросит, а? Да нет. Ну, представляешь, я останусь одна в чужой стране, не знающую с ребенком. Назад же он точно не пустит. Так страшно. Никто, никто тебя не просит. Ты же у меня умница, красавица. Таких, как ты в Италии, только, наверное, Софи Лара. У тебя все получится, я уверена. Все будет хорошо. Софи! Софи, мне кажется. Да. Надо в аэропорт. Да, да. Иду, я иду, иду. Все. Андрей, пойдем.
Бери вещи. Девочки, давай, все. Давай, умница. Люблю, всем красавец. Люблю, всем напишу. Целую, обнимаю. Пожалуйста, проходите. Давай, 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 скорее. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ваши билеты, это мои билеты у меня, да. Секундочку, да. Я помню. Все, 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 и целую вас, целую. Господи, боже мой, сейчас, думала, сейчас, что я опоздаю. Хорошо, когда мечты сбываются, да? Да. Главное, не останавливаться на достигнутом. Ты со своей железной хваткой там горы свернешь. Марио, аривидерчи. Аривидерчи, Регина. Пока. Все, не поминайте лихо. Мы любим тебя. Таня. Пока-пока. Хорошо, удачи тебе дам. Таня, 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 ну куда ты так торопишься? Подожди меня, я знаю, что у тебя горе. Прими мои соболезнования. Поэтому я даю тебе 2 дня, отдохни, приди в себя и на работу в космос. В какой космос? Вы о чем? В открытый космос, Тань. Я ни в какой космос больше не поеду. Надеюсь, что вас больше никогда не увижу. Как так? А так. Мне нужны были деньги, и я пошла к вам на работу. Деньги на лечение матери, а теперь ее нет. Но ты мне должна большую сумму денег, да? И что теперь? Что вы мне сделаете? Убьете? Не хочешь по доброй воле, тебя ко мне на веревке притащат. Юрий, Регина. Слушаю. У нас проблема. Голубева сорвалась с крючка. У нее умерла мать. Поэтому ей нет смысла зарабатывать деньги на ее лечение. У меня больше нет рычагов, чтобы ее удержать. Думайте, Юрий, думайте. Она вам нужнее, чем мне. Голубева теперь не твоя забота. Оставь ее в покое. А как же Гюнтер? Потом она мне должна кучу денег. Продолжайте. Последние разработки Института Быковского могут быть использованы военно-промышленным комплексом для создания бактериологического и психотропного оружия нового поколения. Пока это все. Хорошо. Что с Гюнтером? По нашим сведениям, Гюнтер Клейснер будет присутствовать на закрытии Олимпиады. Людное место. Идеальное для передачи материала. Не спускать с Гюнтера глаз. Есть. Вот ведь горе-то. За самоубийцу даже свечку нельзя поставить. Не надо так говорить. Вот, возьми. Пусть они будут в доме. Я как раз сегодня была у священника, советовалась. Он сказал, что нужно молиться и говорить: «Прости, Господи, душу рабы твоей грешной Ларисы. Прости ей прегрешения, вольные или невольные». Не ведала она, что творила. Мама очень даже ведала. Почему я это сделала, я знаю. Господи, сил нет. Да не плачь. Боженька посылает человеку столько испытаний, сколько он может выдержать. Ты молодая, у тебя вся жизнь впереди. Танечка. И родителям твоим не понравилось бы, что ты унываешь. Давай съешь что-нибудь. Кушай. Давайте я открою. А, может, присядете? Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ура, нет, нет, спасибо. Дядя я Юра буквально пришел. На минуту. Привет. Привет, мои хорошие. Эту куклу зовут Кэти. Она твоя. Какая она красивая. Mm-hmm. Нет, такой нет. Спасибо. Не за что. Извините, Таня, можно тебя? Ты хотела попасть на закрытие Олимпиады. Вот я достал 2 билета. Спасибо, но сейчас как-то никуда не тянет выходить из дома. Машку не хочется оставлять. Танечка, ну… Да, ну, с Машей Нина посидит. Ведь посидите же. Да я бы с радостью, но Танечке тоже надо развеяться, но я не могу. Я после поминок хотела сообщить. Я съезжаю от вас. Родственники в Тверь зовут за бабушкой присматривать. Берут на полный пансион, денежки платить будут. Жалко. Мы к вам очень привыкли. Таня! Возьми меня на стадион. Я буду себя очень хорошо вести. Дядя Юра, скажите, чтобы она меня с собой взяла. Хорошо, скажу. На, держи билеты. Спасибо. Пожалуйста. Ну и что, возьмешь их с собой на стадион?
возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощание, вспоминай эти дни. Желаю, расстаюсь.